Всем привет! С вами я, Александр Сычков, и сегодня я опять играю в CS GO. Итак, давайте закупимся сразу оружием. Так, это у меня осталось как всегда. Это у меня из кейса, как вы уже поняли. Из гамма кейсового, нового. То есть, вообще, кейс очень крутой. Мне он понравился, как бы. И вот такие вот револьверы он разыгрывает, этот кейс. Также вот вам показываю вот нож Dragon Lore. M9 Lore. Кто его еще не видел, он выглядит даже очень круто. Он похож чем-то на ВП Dragon Lore, но я не знаю, что-то типа того от лора, короче. Так, лоры. Так, ладно, так, ну что ж, у меня бомба, точно, бомба у меня есть, точно. Закладка бомбы — это самое важное в игре. Почти, ребята, почти. Меня убили. Да. Это... Ну ладно. Так, давайте из нашего револьверчика постреляем. Давай. Подождите, перезаряжусь. Секунду. Вот, давайте. Блин. Сейчас, секунду. И такой хэдшот крутой, ребят, вы бы видели этот хэдшот. Да, хэдшот, конечно. Круто. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то опять лаганула игра, ладно. Это, наверное, из-за читов. Вот такие вот у меня пистолеты и оружие, ну, короче, понятно, что это. Вот, сегодня покажу еще пистолеты вот мои. Все, то есть, мое. Почему-то у меня пропало оружие одно, ну ладно, там тоже пропало. Видимо, там должно быть что-то такое, тоже что-то важное. Вот такие вот стволы у меня новые. Кто не видел еще, вот гранаты, ну гранаты так и остались. А, давайте выберем АВП-шку. А, ну, вот это у меня уже есть. Так. Итак, вот мои друзья, с которыми я играю. Они тоже профессионалы вообще в игре, но как бы... Как бы вам сказать, мы играем сейчас трое на трое, счет уже 10-12, то есть мы побеждаем их. Я играю за террористов против контртеррористов. На обычном сервере, на, как сказать, на классическом, то есть в обычной игре, то есть она никакая не зомби, не с ножами, ничего. Вот так вот стреляет наш Dragon Lore, ой, не Lore, извиняюсь, ребят, это АВП Фобос. Вот постоянно путаю почему-то, не постоянно, вот сейчас только начал. Так, ну что ж, АВП, конечно, это крутая вещь. Это вообще круто выглядит. Ой-ой-ой, хедшот, вы бы видели это, ребят, надо потом смонтировать так. Типа это килл такой был прикольный. Ну ладно. Так, ой-ой-ой, давай, братан. Друг, блин, ранили, ребят. Конечно же. Так, и давай. О, не, я с ним, я на него сейчас побегу, знаете, с чем? С моим лором. И такой, yes, я его убил из лора. Ребят, это просто офигенный кадр получился, ребят, конечно. Ну, круто получилось вообще. Ну что ж, я опять с Фобосом побегаю, потому что меня так и не убили с ним. Вообще, убить меня это очень даже сложно. Ой-ой-ой, я вот сильно выкинул. Потому что он из моих друзей только один. Потому что мои друзья почему-то его еще не выбили из кейса. Хотя он выпал у меня позже, после видео уже. После того, как я снял видео. Ну ладно. О, офигенно, хедшот! Ребята, это просто очень супер. Вообще. О, блин! Ребята, вы просто офигенно! Ребят, из этого Фобоса стреляете. Это просто офигенно просто. Невозможно просто сказать. Это не просто гамма кейс, это просто урон наносится одним патроном. Можно хедшот сбить сразу. Жалко, что вы не видите, как я хедшотил всех. Это просто. Вообще круто. Так, ну что ж, у меня здесь еще есть. Это вы видели. Все вы видели. Еще бомба есть. Ну, в общем, как-то так. Я играю в CS GO. Так, ладно.
И, дорогие мои подписчики, не забывайте подписываться на мой канал. Ну, точнее, кто подписан уже, тем не надо уже подписываться. Только ставьте лайки на это видео, потому что лайки, как бы, помогают мне. Ну, точнее, и без лайков тоже я бы снял видео. Но все равно, чем круче лайки, короче, тем я видео лучше, следующее, быстрее. Ну, я, короче, не знаю. Если опять на видео будет 100 лайков, то есть мое новое видео будет идти только со 100 лайками. От 100 лайков. Если не будет 100 лайков, то я не знаю, как я уже это сделаю. Сниму видео. Но я не знаю, все равно я как-нибудь сниму. Ну, просто я говорю, от 100 лайков, потому что так быстрее бы получилось. Потому что, как бы, так интереснее вообще. Когда тебе лайки ставят на канале, когда у тебя человек... На канале под уже по 1000 или даже сколько уже 1500, сколько это, короче, у меня подписчиков уже на канале, это очень круто, это уже почти круто. Заходите на канал моего друга, он почему-то постоянно хочет то, чтобы вы на него подписались. Ну ладно, так, давайте попробуем этот оружие. Вот тоже очень крутое оружие, кто его не видел еще. Выглядит, конечно, оно из кейса очень круто. Жалко, что я не могу зайти за контрклавиши, чтобы... А тут остальные кейсы, блин. Ранили. 5 хп, ребят. Это просто вообще. Так, ладно. Ребята. Давайте подумаем, вообще. Как здесь дальше играть? Я вам говорю, ребят, сверните видео сейчас, поставьте мне лайк и напишите комментарии под видео, как я вообще играю. Потому что мне многие, конечно, пишут, что я круто играю, кто-то говорит, что я читер. Ну, это всегда так было. Кто-то говорит, что я нуб, и играть вообще не умею, играю с читами. Ну, это то, что, то же самое, что читер, короче. Некоторые говорят, что вообще я, типа, это не я играю, а просто, как бы, ну, я не знаю, как сказать, короче. Ну, типа, это не мои кейсы, и, типа... Просто я как-то случайно, мне друзья дали, как будто пишут там, типа, это не ты выбивал, это не ты покупал, типа, кейсы, это все твои друзья тебе дали кейсы, оружие из кейса. Нет, это я сам уже, наверное, на этой игре, наверное, я потратил где-то, не знаю, как сказать, ну, наверное, не знаю, как сказать. Может, 5000, может, 7000 потратил уже. Это на самих оригинальных кейсах, а на сайтах тоже где-то, наверное, 10000 рублей. Да, это очень, конечно, дофига, но, ребят, самые, так сказать, крутые пушки, они дороже даже 10000 рублей. Не знаю, как можно платить, да? Блин. Офигенно. Конечно. Мне... ладно. Пофигу. Как бы. Так, ладно, полетаем давайте, пока нас убили здесь. Офигенно, конечно, весело здесь. Повеселимся здесь, хотя бы полетаем, блин. Ну, а что я только могу сказать, то что... если вам нравится это видео, то... О! Стоп! Чё, они вышли, что ли? А, не. Если вам понравилось это видео, реально, пишите то, что вам нравится мои видео, типа, ну, понятно уже. Пишите в комментарии, чтобы я тоже какое-нибудь видео выложил. Потому что лайков реально стало очень мало, и как бы... Уже как бы, я не знаю, я как будто просто так снимаю видео. Ну, вообще-то да, ну ладно. Вот тоже прикольное оружие. Мне оно так нравится. Это Галил, ребят. Я бы не видел еще. Вот такой вот красивый отгалил у нас. Так, ладно. Напишите кто-нибудь комментарий, типа, что сыграй на карте там на каком-нибудь Денук. Или на 35 хп. Или на ЗМ серверах. Пишите, я все отвечу. Еще вот ответ на ваш вопрос. Некоторые люди задают вопросы. Точнее, один человек, который, я так понял, я с ним пообщался в скайпе, это 7-летний мальчик.
Если ты смотришь это видео, то, парень, то ты, я не знаю, такие вопросы мне стал задавать в скайпе, конечно, вообще. Я не буду их озвучивать сейчас в видео. Он, типа, что-то спрашивал про сколько я минут снимаю. Разве не видно, что я снимаю от 0 минут до 15 минут? Я думаю, это всем понятно уже. Как-то так, короче, я снимаю. И он что-то спрашивал, типа, сколько мне лет? Сколько это такое? Я вам говорю, я это сейчас в видео обсуждать не буду. Просто говорю, парень, не задавай мне таких вопросов. Потому что я постоянно тебе говорю, типа, я сейчас тебе удалю из скайпа. Короче, ладно, пофигу. Видео я снимаю. Так, давайте, наш, возьмем. Подождите. Вот. Вот она, вот она. Iron Sled. Ребят, у меня выпал. Наконец. Так ожидал, блин. Охрененно просто. Первобытный сабли зуб. Давайте с ним поиграем. Смотрите видео с моими кейсами, а также заходите на сайт. Ну бах, сервер. А, блин. Ну ладно. Все равно еще время есть, как бы. Полетать просто. Короче, заходите на сайт Нубас сервер. Там есть Нубас сервера, чтобы поиграть с друзьями, ну, что-то типа того. То есть там есть где-то 30 серверов на CS 1.6, CS Search и CS Go. Заходите, играйте и, в общем, мне как-то пофигу. Ну, и там постоянно люди играют, потому что сервера работают как и на лицензионных играх, так и на пиратках. Но, конечно, в Search, конечно, поменьше люди играют. Не знаю почему, но так и есть. Ну что же я могу сказать? То, что заходите еще на сайт Nubas Cases, открывайте кейсы от 100 рублей и получайте крутые выигрыши. Только дорогие выпадают предметы. Дешевых там не выпадают. Подписывайтесь на мой канал, и ссылка будет в описании на этот сайт. А если не будет, просто забивайте в строке nubascases.usit.pro. Забейте это все, и вы можете тестовый режим, там вам дают 300 рублей тестовых, вы можете открыть 3 кейса, и если вам выпадет что-то подороже, пооткрывать еще кейсов. А если не повезет, ну что-то типа того, если не повезет, то извиняюсь, но бесплатно кейсов больше не дадим. Ну что ж, там только нужно в кейсах зарегистрироваться, и у вас сразу выпадает на счету 300 рублей. Обычно на других сайтах только по 100 дают, то есть на один кейс. А я даю сразу на 3 кейса, чтобы вы вообще втянулись в это, то есть чтобы азарт был поиграть вообще. И возможно вы даже дойдете до открытия ножей, которые стоимостью 5999 рублей. Вы, наверное, тоже видели это видео. Или не видели. Ну, ладно. Посмотрите, если не видели. Ссылка тоже будет в описании. Ну, как-то так. В общем. Открывайте кейсы, и вам выпадет только самое дорогое. То есть не выпадает каких-то кейсов. Ладно, пусть он... А, видите, он не может. Смотрите. О, все. И еще, вот пацан, который мне в комментарии написал в ютубе, могу ли я читом летать? Ну сейчас я читы активировать не буду, потому что меня друзья сразу засмеют. Ну ладно, быстро вам покажу. Я летать умею, смотрите, вот. Чите. Это я еще на сервере, и я, то есть, могу пролетать всю карту и повеселиться. Вот. Ладно. Все, победил. Ну, в общем, ребят, что я еще могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Nubas. Мой ID ВКонтакте. Кто еще не знает, хотя я всегда вот в каждом видео говорю. ID 53 55 44 63. Ну и все. И всем пока.